Всем привет, меня зовут Андрей, это канал Песни под гармонию. Если вы учитесь играть на гармонии, то вам однозначно сюда, вы по правильному адресу. Здесь я делаю разборы современных и не только песен, различных вариантов. Вы можете зайти и ознакомиться с каналом, если подпишетесь, мне будет очень-очень приятно. Что хочу сказать, что если вы хотите посмотреть в моем исполнении, как я сыграл Mortal Kombat, то вы можете перейти либо на канал, это будет предыдущим роликом, ну найдете там на канале, либо перейти в конец этого ролика, и там будет конечная заставка, и вы можете перейти по ней и сразу посмотреть в моем исполнении, как я это играю, а потом вернуться к разбору и уже научиться играть вместе со мной. Я вам покажу, как это медленно сделать и как ее сыграть. Такой вопрос был в комментариях. Почему я в маске играю эту мелодию? Это не из-за того, что я боюсь в собственном доме ходить там без маски. Ну, сейчас маска это актуально, коронавирус, конечно. Ну, маску одеваю, там хожу в магазин, там захожу, когда... Ну, как и все люди, в принципе. А дома, ну, я одел не только маску, одел еще и капюшон, потому что в фильме они были в масках, эти там, ну, герои этого фильма, там, антигерои, я не знаю, ну... Саб-Зиро, Скорпион, Рептиль, там куча этих персонажей, они были в масках. Ну и мне показалось, что если я одену капюшон и маску, будет какое-то напоминание ближе к фильму Mortal Kombat, и это будет как-то еще символизировать, помимо мелодии, этот фильм. Ну и так и сыграл. Хорош разговаривать, давай учиться, погнали. Вот так и получается быстро. Спасибо за просмотр, всем подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока, до новых встреч!